В этой инструкции мы расскажем вам, как отправить купленные на бирже MEXC токены на кошелек Ultima в Smart Wallet. Для отправки токенов с биржи вам понадобится скопировать адрес своего кошелька. Для этого откройте приложение Smart Wallet и нажмите на карточку Ultima. Вы увидите адрес своего кошелька, который можно скопировать, нажав на значок копирования. Авторизуйтесь на бирже MEXC. Выберите в меню Wallet – Withdraw. Введите название токена Ultima в строке поиска. Введите скопированный адрес кошелька и количество Ultima, которое вы хотите отправить. Подтвердите отправку и дождитесь обработки транзакции биржей. Как только транзакция будет обработана, вы получите токены на свой кошелек. Обратите внимание, для того чтобы отправлять транзакции с Ultima с кошелька, на вашем балансе должны быть коины Smart. Получить Smart можно следующими способами. Первый. Попросить кого-то отправить их вам. Второй. Получить с помощью свопинга. Третий. Приобрести на бирже и отправить на кошелек. Процесс отправки Smart с MEXC на кошелек аналогичен описанному в этой инструкции процессу с Ultima.